Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил и в ус не дул. И жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и ваших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо бесы следят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и отправляют за можай. Бродяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед. А он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал. Ночь, полночь, ну надо ж так под Новый год. Назад 500, 500 вперед. Сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить. Мол, видишь, сам кругом 500. И к ночи точно занесет. Так сравняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конючь, а он за хаишный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500. И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза и холод на спине. И понял я, кругом 500. И кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок. Я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот. Что будто вновь кругом 500. Еще я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.